Сегодня у нас 30 сентября 2023 года. У меня ноги тут чистые. Пройду, посмотрю, как у Надежды Васильевны сегодня устроено. Вот, можно даже просчитать. Это она, у нее почерк такой учительский, красивый. Вот сколько. Тут нельзя быть непослушным или что. Каждый день перед глазами. Это все сама украшала. Эти святых отцов. Начну сверху. Вот так. А это у нее здесь другое там помещение. Сейчас я попрошу, чтобы открыла. Да, это вот. Тут у нее все. Я не пойму, а где тыквы-то у тебя? Остальные маленькие-то были. А я говорю, тыквы, которые маленькие, где они? А? Тыквы маленькие где? А, здесь? Там. Я уже показала Никите. Да, ты мне открой там дверь и включи свет, я сниму все. А там света нет. Нету, ну ладно, я сюда зайду. Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Слава тебе, наш Бог и Иегова, Ава Отче. Вот печка. Это моя работа. Вот тут все надпись сегодня. Это чтобы все исполнять, так это живьем, говорится, на небо леса. Ну что тут, печка есть. Печка, летний ход, труба, задвижка. Дым не идет, когда растоплять. Вот она. Ну все, это она уезжает сегодня, договорилась с кем-то она. Вот, что у нее здесь? Фактически три окна, одно заставлено, ниша здесь. Это два окна, закрыто все как надо. Хозяйство ее. Швейная машинка. Да не одна, значит, да не две, наверное, больше даже. Надежда Васильевна, бывшая Шадрина. Вот оно, сегодняшнее время. Сейчас помолились. По интернету собираемся. Ой-ой-ой, сколько здесь всего. Икона. Это ясно дело у православных, какой день. Не будешь объяснять, мелконькие такие есть, но хорошие, православные. У нас без этого никак. Ты в карман сразу эти, телефон все сложить, забыто опять будет много, всегда забываешь. Давай, складывай все, что надо. Заложи сразу самое главное. Посмотри, что у тебя на столе лежит, самое главное. Какие-то там, что у тебя есть. Как только сейчас крикнут, пойдешь, ты это все забудешь. Потом пересылать будут полгода. Видишь, написано, мое пребывание в Потеряевке до 10 октября. Гляди, со 17 мая надпись у тебя. Хорошая надпись. Ну, конечно, что поедешь, это здорово, конечно. Добрые люди тебя повезут. Книги, 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 книги. Так. Все тут. Ситуация. Вера во Христа. Мост через пропасть смерти. Ну, вот видишь как. Подарок. Это что? Самовар. Ну, куда надо все было отдавать-то мне? Как у
казахов. Есть слово. Говорит, хочешь узнать, какой бедный, начни переезжать. Трех машин не хватит с кузовом. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Вот. Вот ее постелька. Вот у ней хлопушка рядом лежит. Вот нынче беда, клопы откуда-то завелись, откуда не знают. У нас шинели и все там на морозе. Склад сама проникла, там понатащила, тут стирать что-то надо. Брюки военные. Ну, правильно. По-хозяйски, но клопы заедают. Ты приедешь туда, с одеждой будь аккуратнее. Всю пересмотри, чтобы ни один клоп к нам не попал. Что можно там, оставь, где мороз есть. Я сейчас считаю в интернете, как бороться с клопами-то. Это дело непростое. Это не с мышами, с крысами. Это намного сложнее. Все, машина? Ну, вот так. Керосином я читал, керосином смазать. Все. Смотри, аккуратнее с этими, с горючими материалами. Сейчас уже ничего не сделаешь, когда приедешь только тогда. Вот, видишь. Ну, возьми с собой или туда оставь здесь. Здесь никто не возьмет. Давай. Ну, все, с Богом. С Богом, храни. Я пошел. Так, самое дорогое, обожди, самое дорогое, ты со стола бери в карман. Хорошо. Все эти телефоны. А, вот это... Тряпочки нашла. Для тебя. У меня хватает. Черные. Пусть они. Уйди, пусть они там отдашь мне. Тут у меня есть. Ты натолкала мне их тут полно. Я уже все мои мешки вчера. 10 мешков прямо в дело пустил. А в мешке бывало по 7 дыр. Ничего-то не значит. У меня две руки. Я люблю шить. Вручную. Все, пошел с Богом.